Bună ziua, doamnelor și domnilor! Добрый день, дорогие коллеги, уважаемые гости! С 2015 года, когда жители муниципия Белл своими голосами доверили Ренату Усатому и его команде управлять муниципием, я стал советником, а затем и администратором муниципального предприятия. Так как я никогда не работал на государственной службе, мне было сложно понять, почему все производится очень медленно. Почему люди, находящиеся в соседних кабинетах, ответы на свои запросы отправляют по почте, и им трудно встать и пройти в соседний кабинет? Почему производство каких-либо ремонтных работ – это очень долгий процесс, который редко получается завершить в срок? Помимо бюрократических проволочек и постоянной нехватки бюджета, не последнюю роль в затягивании процесса играет несовершенство процедуры государственной закупки. Действующее законодательство в борьбе с искоренением коррупции очень усложнило проведение любой процедуры закупок, что добавляет работы и увеличивает сроки их выполнения. Мало найти деньги для выполнения работ. Далее необходимо провести тендер для выбора проектировщика. Если вам повезло и есть победитель, это еще не гарантирует вам, что вы получите качественный проект. Следующий этап – проведение тендера для выполнения работ. Так как тендер выигрывает офертант, который дал меньшую цену, есть вероятность получить не очень качественное выполнение работ с использованием не очень хороших материалов, что в итоге уменьшает срок эксплуатации объекта. Так как здания в городе постройки 50-х-70-х годов, часто возникает необходимость и в дополнительных работах, что влечет за собой необходимость внесения как в проект, так и увеличивает стоимость и сроки окончания работ. При закупке продуктов для организации питания учащихся лицеев и гимназий муниципия Белс также возникает много вопросов, усложняющих процедуру. Приходится увеличивать количество требований к офертантам, чтобы исключить недобросовестных. Задача упростилась бы, если бы существовал государственный реестр добросовестных поставщиков, подтвержденный сертификатом надежности. Также считаю, необходимо поддерживать местных поставщиков, потому что часто тендера выигрывают крупные фирмы из Кишинева, хотя и у нас достаточно этих групп товаров. Получается, что, допустим, молоко или овощи привозят из Кишинева, хотя и у нас на месте достаточно таких продуктов. И еще много нюансов, которые мешают качеству выполнения работы. Тем не менее, мы обеспечиваем качественным питанием учащихся лицеев и гимназий муниципия Белс. И за 5 лет капитально отремонтировали и закупили новое оборудование в 10 лицеев муниципия, что не делалось более 30 лет. Была проделана большая работа, но вопросов еще очень много. И решить их можно, только изменив законодательство. Это и предстоит сделать блоку Рената Усатого в составе будущего парламента. Граждане нашей страны устали от обещаний. Им нужны конкретные дела. Спасибо.